Привет, меня зовут Катя, и сегодня была замечательная сессия. К нам приезжали представители UNAIDS, агентства ООН. Это все проходило в интерактивной форме, когда мы могли поиграть и в то же время узнать что-то новое о такой актуальной проблеме, как профилактика ВИЧ-СПИД. Также мы прошли тест по слюне, и уже через 15-20 минут мы могли знать свой статус. Яна, у нас сегодня был очередной очень интересный день. Приезжал представитель ПРО ООН, рассказывал про цели устойчивого развития в рамках международного сотрудничества. Это было очень интересно. Вечером к нам сегодня приезжал Зинал Гаджиев. Он является главой представительства МОК Беларуси. Сегодня узнали много очень нового и с нетерпением ждем завтра.